разрешение в строительство перинатального центра. Людмила Викторовна, я так понимаю, формирует команду и решила еще раз пригласить всех, кто будет работать. Нам очень важно, что у нас есть не только готовые стены, но и те, кто будет оказывать высокопрофессиональную, высокотехнологичную помощь. Вот. Хотел еще раз вас поприветствовать, настроить на работу. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца мы окончательно завершим все этапы. Видите, объемы большие. Сейчас уже, по сути, выходим с отделки. Все, финишируем, да. Финишируем отдел. У вас как настроение? Готовность есть? Отлично. Ну, очень приятно, что Людмила Викторовна собирает команду так кропотливо, находит всех самых лучших, подготовленных. У нас до начала этой программы, до начала президентской программы строительства перинатальных центров, порядка 15 тысяч человек уезжало из Подмосковья рожать или в Москву, или какие-то удаленные территории, в Санкт-Петербург и в другие территории, где есть перинатальные центры. Потому что у нас был всего один перинатальный центр. И вот после решения Владимира Владимировича мы реализуем большую программу. В этом году сдаем 5. 3 из них перинатальные центры, которые оснащены по последнему слову техники. У строителей даже жалуются, что требования к оборудованию и качеству отделки выше, чем на некоторых объектах культурного значения. Вот. Но мы так договорились построить лучшие центры, поэтому очень рассчитываем, что так и будет. Спасибо, я не буду вас задерживать тогда. Спасибо. Встретимся на открытии. У нас из 5 центров на Рафаминске был самый последний, самый отстающий. И вот благодаря компании «Арт», благодаря профессионализму, который здесь был проявлен, сегодня из 5 центров вы номер 1, первые лидеры. Поэтому я прошу вас не сбавлять темп, зная, что на объекте работает порядка 700 человек, 500-700 в разное время. Вот. Нужно сдать ближайший месяц, чтобы мы еще 2 месяца занимались установкой и наладкой оборудования. Хорошо? Все, встретимся на открытии. До встречи. Мы пошли заниматься гидротехникой. Вот такова степень готовности объекта в один раз. Потом будет оттенок более приятный, более яркий, более понятный. Это реанимация новорожденных. Это то, куда попадает малыш, если вдруг у него есть какие-то проблемы, либо он совсем маленький, когда он рождается раньше срока. В этом отделении, вот в этой палате непосредственно, представлено очень много оборудования для того, чтобы спасти жизнь маленького малыша. QVS, температура дыхательная. То есть, если малыш сначала не может дышать, соответственно, подключается. А что касается тяжелого оборудования, МРТ, КТ здесь тоже планируется? Да, на первом этаже есть и МРТ, и есть рентгеновский аппарат. Сейчас я вам тоже покажу. Потому что наша задача была сделать только для мамы новорожденных, но сделать на первом этаже диагностический центр, когда бы мог житель Рафаминского района, или Подмосковья, или Москвы приходить и пройти диспансеризацию, пройти необходимые тесты, УЗИ, МРТ, КТ, в общем, все, что позволяет контролировать свое здоровье. Андрей Юрьевич, именно в этом центре так и предусмотрено. Это здесь отдельное крыло у нас должно быть. Отдельное крыло КДЦ. Это циркулярная фотовод-терапия. Сюда помещается новорожденный. Сюда? Да, да. Так не работает, и это более, скажем так, это щадящий метод, это более интенсивный. Но это все предусмотрено для младенцев 500 грамм и выше, да? Да, от 500 грамм. Но даже если у ребенка 3 килограммов, 4 килограммов есть какие-то проблемы, да, он может перевозиться из одного помещения в другой, из одного отсека в другой, и непосредственно прямо в постель больного делать снимки, передавать на компьютер. Это очень удобно. Очень удобно. В плане диагностики, в плане подхода, в плане лечения. Это то, что необходимо нашим пациентам. Ну и, соответственно, здесь практически собрано все, что необходимо. Есть еще и компьютерные места. У нас 13 родовых палат. 10 на 4 этаже, где мы сейчас находимся, и 3 бокса на 1 этаже. Там, где какая-то либо нужна изоляция по каким-либо инфекциям или по каким-то экстремальным ситуациям. А вроде начинают уже подходить.
Оборудование уже подходит, некоторое подходит, некоторое складировано, но оно есть, очень хорошего качества. Есть импортные, есть отечественные производители. Кровати все наши производства? Есть и наше производство, есть и импортное производство. То есть в зависимости от того, когда производились закупки, смотрим по функционалу. Есть и наше отечественное очень неплохое, а там, где еще нельзя заменить, мы оставляем лучше импортное, потому что на этом экономить... Везде, где можно заместить, да. Не страдает функциональное назначение, да. Вы это делаете? Да. Однозначно. Это рукопалата. Смотрите, у нас 13, да? У нас 13. Это чистые помещения, это специальные панели, которые можно дезинфицировать, можно мыть. И они легко обслуживаются. И что самое интересное, они могут сниматься, и все те сети инженерные, которые находятся под этими панелями, потом эта панель также и ставится. То есть в этой ситуации не травмируется стена и нет, конечно, грязи. Здесь на базе центра, чтобы была база, какая-либо клиническая или медицинский вызов, уже создаются определенные условия. Под руководством Минздрава у нас сейчас создана база и идут курсы уже в перинатальном центре, в маниках. И хотелось бы, чтобы было вот такой же оборудование. То есть в перинатальном центре у нас будет обязательный участок для учебный центр, который позволит готовить людей. Да, но не только. И для этого тоже нужны вот и манекены, и все, что... Обязательно. Это не очень дешевое оборудование, но, Андрей Ильич, оно очень нужно. Если мы не будем учиться, мы будем отставать. Мы планируем взаимодействовать не только с кафедрами Москвы или Подмосковья, но хотелось бы, чтобы и зарубежные наши коллеги, и мы к ним могли ездить учиться, и зарубежные наши коллеги могли приезжать на эти базы и здесь тоже проводить наше обучение. То есть этот бокс предусмотрен специально под учебный центр? Под учебный центр. Но у нас есть еще палаты, еще есть отсеки прям специального учебного центра. Это уже навигация? Это уже навигация, то есть четко. На лестницу, отсек 3А, 3Б, в зависимости от того. Это отделение второго и такого каждого. Вот как раз вот здесь поступают детки, которые прошли реанимацию, потом еще, может, месяц. Это палата? Давайте палату. Да. Давайте вот тогда подальше туда пройдем. Посмотрите, какие у нас лифты. Световые колы очень неплохие. У нас всего 28 лифтов. И каждого лифта есть свое предназначение. Там пищевые для перевозки. Наши подмосковные лифты? Да, Лыткарина. Вот такая навигация. Мы продумали навигацию таким образом, чтобы она, в принципе, по оттенкам, мы очень тесно работаем в дизайнерской группе с Хайкиным. Все одноместные палаты. Нет двухместных. Мы считаем, что должны быть комфортно. Всего у нас 150, да, таких кабинетов? У нас 150 коек, но палат получается больше, потому что некоторые помещения получаются, они совместно, да. Здесь лежит ОМС, одна мамочка, у нее есть вся инфраструктура. Андрей Ильич, у нас вообще есть желание, чтобы... Душ, туалет покажите, пожалуйста. Пойдем. Мне очень хочется, чтобы зеркало было прямо вот в стену вмонтировано. А все остальное, это все отечественное. Душ есть, туалет. Конечно. Сюда. И здесь будет вот, сделали без бортиков, без всего, но все смотрим. Все смотрим, чтобы все истекало.